Я отсюда право прям. Либо боковой, да? Левым боковым заканчивай. А что делать, если он выше тебя? Ну представьте, да, убить там. Прости господи, Николай Валуев или Кличко. Вот. То есть либо в пах, потом в голову. Вот я вырежу, блин. Итак, ребят, всем привет. Макс Степанов показывает вам сегодня очередную троечку. Мы пробиваем троечку и теперь уже меняем этажи. В данном случае, смотрите, что мы делаем? Мы совершаем кощунство, да? Мы начинаем атаковать прямой левый, не в голову, а начинаем солнышко с корпуса, да? Раз, туда, присели. Как наносит удар, вы уже знаете одиночный удар. То есть, что мы делаем, да? Мы немножко садимся вниз и пробиваем левый прямой в голову. Плечо закрываем, ну, знаете, да? Одиночный удар, что нам осталось? Дальше отсюда, знаете, пробили сюда, заставили чешки немножко закрывать туловище. Отсюда пробиваем прямой правый или правый боковой, неважно. То есть тут уже по ситуации. Пробили отсюда и заканчиваем левым боковым. Заканчиваем левым боковым. Устойчивое положение, возврат в боковую стойку. Еще раз плавненько, спокойно. Раз, два, три. Обратите внимание, меняем уровень. Бьем когда вниз, я уже говорил, подсаживаемся. Бьем вверх, пристаем чуть-чуть. Можно с уклоном влево, да, чтобы вам в это время встречка не прилетела. Левую ручку закрываем, здесь закрываем голову левой рукой. И отсюда левый боковой. Бумс. Еще раз. Раз, два, три. Рекомендую эту комбинацию против высоких ребят, которые выше вас на голову. И до головы вы сразу не дотянетесь. То есть очень много вот, у многих людей интересует вопрос, а что делать, если он выше тебя? В голову, само собой, убить не очень удобно. Ну, представьте, да, убить там. Прости господи, Николай Валуев или Кличко, вот, бесполезно. Поэтому сначала нужно сделать так, чтобы он снизошел до вас. А чтобы человек высокий снизошел до вас, его нужно ударить либо по яйцам, либо в солнечный сплетение. То есть движение. Раз! Он немножко ниже садится. То есть голова уже становится где-то в пределах вашей досягаемости. И отсюда право прямой, либо боковой, да, либо право прямой. Левым боковым заканчивайте. То есть когда его голова опустилась, вы должны успеть нанести два удара. Первый удар нужен для того, чтобы он такое движение, чтобы он сделал, уклонился. Хотя бы немножечко, да? Оп, сюда среагировал. Первое движение. Солнышко. И два удара в голову. Раз, два. Первое движение в пах, может быть. И два удара в голову. Вот такая комбинация у нас получается с трех ударов. Запоминаете, да? Отрабатываем. Ставим лайки. Кнопочка там внизу, внизу. Видите кнопочка лайк? Нажмите ее. Не постесняйтесь, ребят. Не поленитесь. Мне, ну, лично как-то приятно будет. Комментарии пишите, вопросы задавайте. Делитесь с друзьями. И главное, выполняйте домашние задания. Вот я вам говорю, рассказываю то, что вы самостоятельно занимались, обучались. Все, всем пока. Макс Степанов был с вами и будет с вами forever.